27 декабря встречайте Олимпийский огонь в Чебоксарах. 163 факелоносца, знаменитые спортсмены и тренеры, известные артисты и общественные деятели, студенты и пенсионеры пронесут главный символ 23-х зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи по Чебоксарским улицам. Железнодорожный вокзал, Красная площадь, Олимпийский стадион. Главные места встречи. Национальное телевидение Чувашии ведет прямую трансляцию эстафеты Олимпийского огня со стадиона Олимпийский. Будь в команде, поддержи эстафету.